Что творится? Для всех звук отключу. Всем привет, друзья мои. Сразу говорю, это не детское видео. Это видео про Doom. Кто знает такую игру, ставьте лайк. И подпишитесь на канал, чтобы... И, кстати, когда подпишитесь, не забудьте нажать колокольчик. Тогда вы никогда не пропустите новое видео. Если вы уже подписаны, но не нажали колокольчик, то нажимайте скорее. Но если вы хотите спокойствия всегда, то тогда, ну, как сказать, как хотите, нажимайте. Тропа войны. Фух, командный бой. Давайте, выкладка 3. Барон Ада. Демонология 5, и все. 4, 3, все, начинаем. 2, в общем. 1. Модуль демонология активирован. Что захватите за и защищайте, кстати, зону. Вы когда первая смотрели, кровь. На самом там. Захват зоны. Зона захвачена. Так, ёшкин кот. Я уничтожен. Да? Не пойму, я уничтожен или нет. Эй! Потеря зоны. Ребят, я что-то не понял. Зона потеряна. Так, все, нормально. Все, отлично. Что творится-то? Борьба. Так, защищать. Зона двигается, как хорошенько. Как Фортнайт буры. Да? Да блин, меня сзади. Появляется невидимость. Потеря зоны. Появилась невидимость. Отлично. Ну все, мне сейчас классно. Потеря зоны. Невидимость брошена. Блин, а кто-то руна другой стрелил. Потеря зоны. Появилась руна демона. У меня появился как бы враг барон. Девятый. У меня, в общем, девятый уровень. Раз. Барон! Ть! Блин, я его хорошо помочил. Ой, я убил даже Оливера. Остается прям. Появился союзник Ревенант. Блин, Ревенант. О, черт, потеря меня зоны. Сзади. Мы не потеряем нашу зону. Вон наш зона там где-то. Появляется БФГ. Демоническая одержимость закончилась. Появился БФГ. Все. Вот так вот. Если чё. Захват зоны. Меня в задницу стрелял. Вот так? Захвачено. БФГ брошен. Блин, как, во-первых, это случилось? Я тут БФГ взял. Потеря зоны. Защитник. БФГ брошен. Так, тише. Я зону защищаю. Черт. Мне сейчас жизни очень бы понадобились. Вышло время БФГ. Ну конечно, меня сейчас завалит. Видите, сколько у меня потеря жизни? Зоны. Зона потеряна.
Я много калорий. Захват. Ничего себе, я двоих уничтожил. Зона захвачена. Так же, ну как это детское видео, очков. Вот сейчас уже можно говорить. Руна демона скоро появится. Мягкие слова. Это уже можно делать. Зона раз потеряна. Это не детское видео. Появилась надо кого-нибудь демона. Еще убить. Появился враг Ревенант. Блин, враг. Захват зоны. Зона захвачена. Появляется БФГ. Появился БФГ на полпути к победе. Ничего себе. Сколько у нас очков? Убил. Осталось 10 очков. Блин, вот кто меня уничтожил. Демоническая одержимость закончилась. Достигнута лимитная победа. Так, мы выиграли. И кто на первом месте? Интересно узнать. Ну, точно не я на первом месте. Ага, вот, я на третьем. Класс. Отлично, Даш. Давайте дойдем до уровня 11. А, кстати, мне же должны это боевой дробовик еще дать. Да? Повышение уровня. Вот он. Открыт. За матч много чего. Демон! Итак. Оружие. Давайте четвертую выкладку. Значит, штурмовая винтовка. Ну и боевой дробовик. Не осколочная граната. Вот такая. Засада это такая, дальний бой. А что мы дальний? Давайте дальний бой сделаем. Персонализация, настройки персонажа. Броня, шлем. Овчарка. Ну, и узор. Давайте. Так, это здесь узор. А, вот. Давайте применим. Все. А мы командный бой? Ну да. Фух, ребят, я специально для всех звук отключил. Если кто-то со мной играет, то я в шоке. Но если вам как бы 8 лет, то я еще как бы могу разрешать. Потому что мне тоже 8 лет. Вы не боитесь случайно? А? Командный бой. У нас опять 5. Дальний бой. Мам. А чё я не могу? 5, 4, 3, 2, 1. Модуль демонология активирован. Запомните, не щадит никого. Так. Первая кровь. Угу, так. Это у меня тепловизор, как я понял. Тут не супер дробовик, это больше ближний бой. Мне два оружия дали, как я понял. Смотри, без прицела выстрелить. Давайте как бы. Появляется БФГ. БФГ? Появился БФГ. Черт.
Опять кто-то взял. Ну ладно. Блин. Еще так классно стоим. Я кому-то не стоит помнить. Да блин, опять не стреляет. Появилась луна демона. Появился враг Ревенант. Враг, значит. Ну, у меня как бы все видно. Черт, опять на тот сайт стоял. Да блин, ё-моё! Враг демон убит. Появился союзник Ревенант. Отлично, союзник теперь. Ладно, чай готов, накладываю. Так, с момента опять шумят. Сейчас быстренько. Продолжаем. Привет. Демоническая одержимость закончилась. Появляется БСГ. Давайте. Купа. Я с БСГ. Че? Это кто? Меня любит. Купа. На. БСГ брошен. Так. Блин. Опять уничтожили меня. Это что еще такое? Ну ладно, будем все. Это что за кровавое место? Черт. Блин. Тут смотрите, надо сначала одного завалить, а потом дальше валить как бы. Мне бы быть бароном. Блин. Да я вроде нормально играю. Это что еще? Руна демона скоро появится. Появилась руна демона. Появился враг Ревенант. Опять. Все. Появился БФГ. Брошен. На полпути к победе. Барон Ада. Отлично. Все. А ну стой. Возвращение. Уничтожение сделано. Что-то... Отлично, все. Я разблокирую еще кое-кого. Ну стой. Вот так вот. Хопа. Вот так. Опять. Если что, барон Ада. А все. Все, мой барон. Ушел, барон Ада, ты. Толком ничего хорошего не сделают. Блин, черт. Появляется восстановление. Появилось восстановление. Восстановление брошено. Восстановление брошено. Блин. Восстановление брошено.
Восстановление брошено. Восстановление брошено. Так, хватит уже. Да блин, опять меня взрывают. Все. Это когда будет БФГ? Никак не запомню название. Ну, БФГ, как бы, я еще помню. Когда надо будет... Луна демона скоро появится. Блин, упал. Появился союзник барон. Осталось 2 минуты. Осталось убить 10 врагов. Возвращение. Появляется БФГ. Появился БФГ. Союзник демон убит. Появился враг Ревенант. Осталось убить 5 врагов. БФГ брошен. Появился союзник Ревенант. Давай, беги. Веди меня куда-нибудь. Фух, ребят. Что-то прям классно все становится. Молодец, парень. Осталась минута. Демоническая одержимость закончилась. Так, блин. Осталось убить 1 врага. Достигнут лимит очков. Победа с небольшим перевесом. С небольшим, ну да. Всего-то на 3. У меня даже чаек есть. Ну, давай. Вот именно я ничего не заработал. У нас какой уже? У нас уже 11-й, все. Покидаем лобби. Только новички уже закрыты. Все, командная игра переходим. Оружие. Изменить выкладки. А, кстати, просмотр демонов. Магма. Да? Персонализация, настройка персонажа, броня. Левая рука и правая рука. Ага, ок, ок, оцелот. Ну ладно. Узор, узор. Давайте такой поставим. Фух. Так, опять отключаем звук. Все, чтобы никто меня не слышит. Есть какой-то шин. Ура! Шинра! Кто бы ты ни был. Но тебе еще не надо сюда. Но я буду с профессионалом каким-то. Но не с таким крутым. Хотя бы мы были самыми сильными. Вообще класс. Ох, ребят, я уже спотел прям. Давайте сейчас сыграем и закончим наше видео. Я видео делаю не такими долгими, которые полчаса длится. Ну, чтоб
Мало что, вдруг у вас дела какие-нибудь. Ну давай уж, Дэн. Давайте. Пять, четыре, три, два, один. Модуль демонология активирован. Захватите и контролируйте зоны. Захвачена точка Чарли. Раз, два, раз, два, раз, два. Зарядку делаем. Первая кровь. Блин. Потеря точки Чарли. Так же, где Чарли? Там Чарли. Точка Чарли. Вас превосходят. Видите, как? Можно. Захвачена точка Чарли. Защитник. Ну, мы сможем. Появляется пушка Гаусса. Появилась пушка Гаусса. Ну да, конечно, не сразу. Потеря точки Чарли. Гаусса брошена. Отключение. Защитник. Всё. Теперь моя пушка Гаусса. Руна демона скоро появится. Потеря точки Чарли. Пушка Гаусса брошена. Появилась руна демона. Появился союзник Ревенант. Давай. Точка Чарли потеряна. Вас превосходят. Пушка Гаусса брошена. Спасибо тебе. Молодец. Молодец. Давай захватим эту зону. Да? Молодец. Прям сапочка моя. Захвачена точка Чарли. Чёрт! Уйди! А ты иди, можешь... Он уничтожил. Он отомстил за меня. Блин, хватит меня уже убивать. Потеря точки Чарли. Манкубус. Защитник. А ну стоять. Потеря точки Чарли. Появляется восстановление. Да блин. Появилось восстановление. Точка Чарли потеряна. Ты иди захватывай. Захвачена точка Альфа. Потеря точки Браво. Потеря точки Альфа. Да блин. Точка Браво потеряна. Давайте. Точка Альфа потеряна. Вас превосходят. Блин, опять меня уничтожают, ну ё-моё. Мне демоны. Захвачена точка Браво. Потеря точки Браво. Так, ладно. Что-то постараемся точка Браво делать. Потеряна. Вас превосходят. Блин. Вы близки к поражению. Да блин, как? Руна демона скоро появится. Осталось 50 очков. Появилась руна демона. Манкубус. Возвращение. На полпути к поражению.
как я, интересно, со стороны выгляжу. Появляется пушка Гаусса. Появилась пушка Гаусса. Захвачена точка Браво. Лимит очков. Сокрушительное поражение. Блин, опять мы проиграли. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, кстати, вы когда... Ну, вы заметили, что там появился какой-то пятый подписчик? Это я на телефоне. Не, сам на себя подписался. Че, я один был? Блин, бежал трус. Ладно, всем пока-пока. Я не знаю, кто посмотрел мои хотя бы два видео. Может, кто-то больше. Опа, у меня новое снаряжение. Еще и пулемет. Вау, классно. Ладно, ребят, всем пока-пока. Вернуться в лобби. Спасибо за просмотр, опять же. Просто так. Ох, я вспотела. Пока.